На площадке Восточного экономического форума партнер Сбера провел питч-сессию, посвященную продукту для создания и масштабирования сети Byzon CyberEdge. По словам руководителя компании, это первое подобное решение в России, которое прошло все сертификации и не имеет других аналогов. Мы представляем продукт, который только что получил сертификацию всех наших регуляторов, в том числе ФСБ России, который называется Secure SD-WAN. Это решение для организации сети связи большого размера, востребованной для любой компании в нашей стране потенциально. То есть с нашим продуктом это полностью российское решение, на российских компонентах можно построить распределенную сеть связи быстро, дешево и достаточно удобно. Разработкой компания занимается с 2021 года. Сетевой сервер Byzon CyberEdge обеспечит стабильное соединение даже с самыми труднодоступными площадками сети. Здесь представлена линейка устройств. На самом деле всего три устройства на стенде, но их значительно больше. Есть большие решения для подключения центров обработки данных. Соответственно, вот если вы посмотрите на эту коробочку, то в ней в одной заключены на самом деле 5 разных продуктов. То есть это системы для обеспечения безопасности пользователя, системы для маршрутизации трафика, системы для обеспечения коммутации трафика. После Восточного экономического форума компания Byzon начнет выводить продукт на рынок. Уже поставлены новые цели. Ну, конечно, мы его будем развивать, увеличивать количество устройств в линейке, покрывать виртуальные среды для облачных провайдеров и, соответственно, выводить его на международные рынки. Также Сбербанк с компанией Byzon запускает платформу Bug Bounty. На ней организации размещают программы по поиску уязвимостей, в которых участвуют независимые исследователи. Это еще один шаг в обеспечении кибербезопасности клиентов, продуктов и собственной инфраструктуры. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.